чувствуется малым. Ей будет приятно. Понял? Угу, хорошо. Отлично. А, давайте дальше. Даниэль. Better an egg today. Так, when... Даниэль. Мы только что это прочитали. Every dog has his day. Так. Давай переведем. Every – это каждый. Dog мы на прошлом уроке. Каждая дали. Собака. У каждой собаки свой день. Ну. А, да, 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 да. То есть это значит, что будет и на нашей улице праздник. То есть у каждой собаки будет свой день. Ну, то есть в хорошем. У каждой собаки будет свой день. Да. Так, ребят, у кого-то что-то шумит, включите, пожалуйста, звук, если вы не отвечаете. То есть аналогия русская, это будет и на нашей улице праздник, то есть будет и наш день. А, давайте дальше. Гриша. Гриша. Every dog has his day. Можно мне, пожалуйста? Нет, сейчас читает Гриша. Так, Гриша, как ты думаешь, что это значит? Давай попробуем перевести для начала. Мы на каком? Что? Мы на каком? Ну, здравствуй, а какую мы только что? Про что мы читали поговорку? Про собаку. Ян! Так, Гриш, смотри, мы сейчас читаем предпоследнее, то есть третий снизу. One should not look a gift horse in the mouth. Mouth. Так, смотри, horse это кто? Мы на прошлом занятии проходили. Лошадь. Так, хорошо, mouth. Месяц. Это... Нет, это month, месяц. Ты правильно думаешь, mouth это рот. Mm. One это как бы человек тут имеется в виду. Should not look, это, то есть не следует смотреть. То есть дареному коню зубы не смотрят. Понятно? Так, хорошо. Настя, так, стойте, Ян там рвался, Настя, ты потом будешь. Ян, давай. Let sleeping dogs lie. Так. А что, как это перевести? Хорошо, давай вспомним. Dogs это кто? Собака. Угу. Собака. Sleeping это значит какая? Не знаю. Хорошо. Sleep это вообще спать. Sleeping это то есть сейчас. Let это разреши или позволь. То есть lie это лежать. Let sleeping dogs lie, то есть позволь спящей собаке лежать. А русский эквивалент это не буди лихо, пока оно тихо. Понял. Так, хорошо. Настя, Настя, давай ты следующая. A cat and glass. Glass. Mat. She has catches. No meat. Milk. No mice. Milk. Mice. No mice. Mice. Mm-hmm. No meat. Нет, a cat in glass catches no mice. Смотри. Давай попробуем перевести. Cat это у нас кто? Кошка. Угу. А mice? Мышь? Да, только мыши, их много. Угу, смотри, глаз — это перчатки, и catch — это ловить. То есть давай попробуем все схватить. Кошка в перчатке, в перчатках мышку не словит. То есть это значит, что будешь белоручкой, дело не сделаешь. Это как без труда не вытащишь рыбки из без труда не вытащишь рыбки из пруда. Вот, теперь я бы хотела, чтобы каждый из вас прочитал пословицу, которая ему больше всего понравилась. Наталья?
Я не знаю. Ну давай, выбери. Это every dog has his day. Хорошо. Даниэль? Every dog has his day. Yo. Это тоже тебе нравится? Yes, of course. Why not? Окей. Хорошо. Никита? Do not count your chickens before they are hatched. Можно мне? Хорошо. Ян, подожди, сейчас по очереди идем. Гриша? Let sleeping dogs lie. Ян? A cat in gloves catches no mice. Mice. Хоть я что-то другое выберу. Так, ладно. Ева? Ладно. Семён? Я выбрал let's sleeping dog lie. Только там dogs. Dogs. Хорошо. Василий? Василий, подожди, ты микрофон выключил. Let sleeping dogs lie. Вам всем она нравится? Хорошо, ладно. Ну, потому что она самая жизненная. А, окей, Вероника. Так есть их у всех. Dogs, dogs. Так. А, ребята. Ладно, давай ты. Тоже не знаю. Разве они тут все хорошие? Ну, вот одна, которая ближе всех. Ну, наверное, тоже let's sleeping dogs. Like. Ребята, почему она? Ладно, хорошо. Окей, давайте пойдем дальше. Смотрите, здесь у нас приведены некоторые слова из тематики ветеринарных клиник всяких разных. Давайте, вот тут есть таблички. Кости. Что? Животного. Кости животного. Это не кости, это рентген. Ну. Рентген, когда просвечиваются все косточки. Да, да, да. Человек, собаки, птицы, попугая, мыши. Ну, всякого животного. Так, ребятки, смотрите, тут есть некоторые таблички, и на них написаны всякие разные слова. Вот, давайте мы их прочитаем. Гриш, начинай. Гриша. Откуда начинать? С какого угодно. Waiting room. Как ты думаешь, что это? Вот room — это комната, а wait — это ждать. То есть что это? Комната анализа? Нет, комната ожидания. Так, хорошо. Ян, давай дальше. Sugar. Или как? Как еще раз? Sugar или как вот это? Что? Surgery. Surgery — это операционная комната. Похоже со словом sugar, сахар, но это не сахарное, это операционное. Ну да, как бы тут везде про больницу, и вдруг в больнице взялся сахар какой-то. Да, это хирургия, нет, это операционное. Так, ладно, давайте дальше. Семён? Closed. 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 Open. По одной. Close, open. Да блин, по одной. Ладно, хорошо. Closed — это закрыто, open — это, соответственно, открыто. То есть таблички переворачиваются, вы наверняка видели их. Открыто, закрыто. Да. Ладно, давай дальше.
Да. Влада. Сергей. А это мы уже читали. Тогда... Медикен. Давай еще раз. Медсин. Медсин. Медсин – это комната приема таблеток разных. Комната с таблетками, в принципе. Так, Никита, давай следующее. Подожди, Никита. Vaccination. Молодец. Как ты думаешь, что это? Судя по картинке. Прививки. Да, комната, где делают всякие вакцинации, в принципе, прививочки, укольчики, вот это вот все, то, что мы не любим. Да. Вы, кстати, боитесь уколов, ребят? Да. Я боюсь. Нет, не боюсь. Я боюсь. Не-не-не, не боюсь. Я боюсь. Ой, я слышу, что ты не боится, вы такие молодцы. Я люблю. Я люблю. Хорошо. Они так, больно делали. Иногда не боюсь. Ну, они больно делали. Так, хорошо. Наталья, давай ты следующее прочитаешь. Какое еще осталось? А у нас вот между medicine и vaccinations висит. А было X-ray room? А, нет, не было, молодец. Как ты думаешь, что такое X-ray? Мне кажется, там пересвечивается. Рентген, рентген. Рентген, правильно, ребята говорят. X-ray – это рентген. Вообще на русское не похоже? X-ray. Ты видишь всё сквозь стены. Нет, сквозь стены не надо. Значит, комната, в которой делают рентген. Комната рентгена. Да, да, да. Молодец. Так, и давайте мне кто-нибудь прочитает комнату, которая между medicine и vaccinations. Кто хочет? Ну, Ян, давай. Хорошо, давайте я. Blood Traction. Да, только почти, только не blood, а blood. Blood. И transfusion. И transfusion. Blood transfusion. Это переливание крови. То есть комната, где доноры, собственно, дают свою кровь и переливают акцепторам. То есть люди, которые принимают эту кровь. Вот. Вы, кстати, сдавали кровь на благотворительность? Но я думаю, вы еще слишком мелкие. Да. У меня вопрос. Так, да. А у меня такой вопрос, а почему у нас тема больница, хоть сейчас и корона? Зачем? Влада рука. В больнице вообще не хочется. Так, ну, у нас... Влада рука. Так, ребята, потише. У нас тема, во-первых, не просто больница для животных. Животные корону не переносят, это первое. А во-вторых, эпидемия уже подходит к концу, по крайней мере, в России, и число заражений стремительно падает. Вот. Ну и в-третьих, это в любом случае... У вас фарт, большой фарт. В любом случае у нас сейчас изучение языка идет, которое не связано с ситуацией, которая происходит в принципе. То есть вам в любом случае когда-нибудь хоть раз придется побыть в ветеринарной клинике. Угу. Так, Даниэль, да? Я просто хочу кое-что сказать. Я нахожусь в Эстонии, а Эстония на первом месте по заражению. Ничего страшного, это все пойдет на спад. Еще было бы круто, если бы ты снял одеяло с головы. Влада? А мне тепло так. Я хотела сказать, что у меня мама сдавала кровь. Я сама не понимаю, зачем собственную кровь кому-то чужому давать. Ну, слушай, если кому-то она нужна, мне кажется, твоя мама сделала очень благородное дело, наоборот. Ну, она для моей прабабушки сделала. А, ну вот, тем более, раз для прабабушки, то наоборот, она молодец большая.
Так, ребята, слушайте, а скажите мне, пожалуйста, тут у нас просто вот три карточки есть, на них очень маленьким шрифтом, но написаны разные слова. Вам вообще видно? Мне сейчас я увеличу специальной кнопочкой экрана, и мне кажется, будет видно. Я тоже себя увеличиваю, и мне видно все. Это symptoms? Hello, какой-то карточку. Так, давайте тогда мы прочитаем вообще карточку, которая patient card, кому видно. Вот. Если кому-то не видно, мы просто будем на слух это проговаривать. Вот. Договорились? Хорошо. Все, отлично, давайте. Будет. Okay. Так, Никита, давай ты начнешь. Patient's name. Patient's name. Patient's name. Так, name это что? Имя. Имя, правильно. Patient's это имя пациента, соответственно. Лада, давай дальше. Лада. Я не могу увеличить, мне не видно. Так, давайте, знаете, я попробую увеличить. Может быть, пострадает качество, но попытка не пытка. Да. Мне кажется, не получится. Ой. Ой. Честно, когда я эту картинку нашла, она была в нормальном качестве. Так, сейчас вам стало видно, мои хорошие? И не видно. Да. Я видно только, мне видно только, что внизу и тоже не так хорошо. Вот сейчас точно не видно? Мне кажется, уже все видно. Видно, да, видно, видно. Видно. Хорошо. Вот, видно. Все. Не обманывайся. Так, Лада, давай. Мы только что прочитали имя пациента. Вот сейчас первые три строчки, которые у нас черненькие такие. Я не вижу какие-то строчки. А! Эгэ. Только это age. Age это возраст. Возраст. Да, Василий, давай дальше. Вид. Wait. Я не знаю, но могу предположить, что это пол. А, это вес. Да, молодец, хорошо. Даниэль. У нас Даниэль пропал. Только стул от Даниэля остался. Ян, давай ты тогда. А какое, скажите, пожалуйста. Мы сейчас будем читать, вот у нас тут слова. Цветные такие кружочки и них слова. А dog, cat, bird, rabbit, hamster, hamster. Только нужно было одно, ну ладно. Смотрите, это получается у нас вообще карточка для описания пациента, и то есть вы ее можете заполнить прямо вот. И тут у вас получается имя пациента, его там, возраст, вес, и тут вам нужно выбрать, что у вас за животное. Смотрите, то есть у нас тут есть собачка, кошка, птичка, кролик, хомяк, рыбка и ава, и вот там черепашка, но имеется в виду вообще другое, то есть это может быть черепаха, шимпанзе, там бабочки, какие-нибудь тритоны, тарантулы, ну вообще там зависит от ваших предпочтений. Там еще обычно многоточие ставят, чтобы вы вписали, если это что-то другое, то что это вообще за животное. Так, Настя, давай следующее. You aren't... Health?
health. Health check. Health check. Угу. Это у нас проверка здоровья. Вообще проверка состояния здоровья в принципе. Смотрите, у нас тут есть, получается, три колоночки. Symptoms – это симптомы, treatment – это лечение, и tests – это анализы, которые вы проходили. Давайте мы сейчас начнем с симптомов. Даниэль, раз ты вернулся, давай. Давай, ты дожуешь, like, потом... Хорошо. Leg pain. Mm-hmm, хорошо. Leg – это что? Нога. Mm-hmm. Боль в ноге. Ай, да. Боль в ноге. Нет. Так, pain – это боль, хорошо. Гриша, давай дальше. У меня болит нога. Ай, pain. Угу. Это где боль? В глазу. Угу. Настя? Feather. Подожди, бежи. Там наверху еще есть. Leg pain. Нет, мы только что прочитали. Тебе третье нужно прочитать сверху. Ear pain. Как это переводится? Ear pain. Угу. Хорошо. Так. Семён, давай дальше. Семён. Лада, что такое? Ты прочитать так сильно хочешь? Нет, просто сломала компьютер, а потом починила. Бывает. Давай следующий читать. Только погоди, микрофон включи. Угу. Лада, следующее слово для этого не прочитаешь. Это... Fever. А, fever. Фива. Угу. Это лихорадка или высокая температура? Мы когда с вами проблемы со здоровьем проходили, там это было, кстати. Василий, давай дальше. Томми эйч. Эйк. Томми эйк. Томми. Томми. Томми эйк. Я это проходила на английском. Школе, да? Английской школе? Школе, уже да, очень давно, в втором классе. Ну вот, видите, это боль в животике. А я в первом стаж. Ой, Никита, ну ты вообще у нас звезда, молодец. Вероника? Вероника? Так, ладно, Ян, давай ты. А какое? Надо следить. Мы сейчас прочитали боль в животике. Tummy ache. Сейчас. То есть тебе нужно зубную боль прочитать. Сейчас. Не вижу. Toothache. Минутку, toothache, где оно? А, вот toothache. Угу. Эйк – это боль, а туф – это что у нас? Зубы. Зуб. Да, то есть зубная боль. Папапам, Ева, давай дальше. Ева и Евангелина, я вообще вас просто на своем занятии не слышу, не присутствую, ничего. Может, я зря тут с вами тогда сижу? Ребят, давайте как-то работать. Да. Даниэль. Да, работать. Алло, алло, меня слышно? Слышно, слышно. Медицин. Ты это где вообще взяла? Это ты, Даня. А где ты? Где, в симптомах? В симптомах. Мы сейчас прочитали зубную боль. У тебя бэкграунд? У тебя бэкграунд? Please. Please. У тебя бэкграунд? Так, Никита.
Чего ты там шутишь? Флис. Угу, флис. Знаешь, кто это? Это блохи. А, блохи, так вот. Почему? Да, блохи, вши, вот это вот все неприятное и ужасное. Теперь Гриша, я... давай дальше. Behavioral. Угу. Это behavior, это вообще поведение. То есть behavioral — это какое-то отклоняющееся от нормы поведения для вашего питомца. То есть, допустим, если это рыбка, она не должна вот такие вот пируэты постоянно выделывать. Так, Василий. Other. Угу, мы уже это прошли наверху. Да, другое, правильно. Давайте дальше. Никита, прочитай, пожалуйста, первый вариант treatment. Да. Ты. Treatment. Да, treatment, и вот там первый вариант. Medicine. Medicine. Ну что это? Это таблетки разные. Таблетки. Окей. Угу, таблетки любые, там сиропчики, еще что-нибудь такое. Давайте дальше. Настя. Настя? Настя? Так, ладно, хорошо, Лада. Лада? Лада, включи, пожалуйста, микрофон. Да, у меня просто мышка плохая. А, хорошо, давай дальше. Rest. Мы сейчас... Rest. Rest. Rest — это отдых. Настя, давай дальше. Прикольно. Surgery. А, Операция. Подожди. Настя, Настя, следи, пожалуйста. Мы сейчас прочитали rest. Это отдых. Мы сейчас читаем табличку treatment. Угу. Голубенькая такая, справа. Сейчас ты должна прочитать surgery. Surgery. Подождите, другая Настя. Я сейчас говорю с Настей, которая на голубо-розовом фоне таком сидит. Surgery. Surgery — это у нас уже, мы говорили, операционная комната или, в принципе, операция. То есть, как лечение назначена какая-то операция. Давайте дальше. Наталья. Боже, у меня что-то с микрофоном. Так, что читать? Ну, да, читать. Было бы круто. А что? А почему ты не следишь? Не знаю, я забыла. Ну, надо следить. Мы сейчас читаем колонку treatments, которая справа находится. Тебе нужно последний пункт прочитать. Treatments. Splint. Я ничего не вижу. Мне так. Splint or cast. Splint or cast. Угу. Это шина или гипс? Это, допустим, если лапка травмирована, то будет шина и гипс. Давайте дальше. Тест. Никита, пожалуйста. Blood test. Угу. И что это? Кровь. Это... Анализ крови. Угу. Даниэль. Данглия. Что? Даниэль, давай, второй тест. Данглия. Treatment. Даниэль. Второй тест, в смысле, вот, табличка тест. Ой. Да. X-ray. Угу, и что это? У нас там было... Видеть насквозь.
Да, 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 рентген назначим. Рентген. Хорошо. Василий, давай дальше. Скин-тест. Кожа. Да. Ян. Блюд пресс. Ян. Минуточку. Мне надо было на секунду отойти. Так. Хорошо. Давай справа мы сейчас колонку теста читаем. Самое последнее тебе нужно прочитать. Blood pressure. Только blood. Blood. Угу. И pressure — это у нас давление. Да. То есть кровяное давление. Нужно давление померить. Давайте дальше. Василий, последние три давай. Диагносис. Угу. Что это? Даже с русским словом. Диагностика. Диагностика. Ну, почти. Диагноз уже. Диагноз, да. Угу. Никита, давай дальше. Veterinarian name. Как ты думаешь, что это? Не знаю. Но name — это что? Это имя. Так, veterinarian — это имя ветеринара. Угу, хорошо. И давайте последнее, я вам сама прочитаю, потому что слово довольно странное. Signature. Signature — это подпись. Да. Так, хорошо. Ребята, давайте вы сейчас мне эту анкету заполните мысленно. То есть я вам буду говорить, вы мне будете придумывать какое-то животное. Ему, получается, имя, возраст, вес, что это за животное. Выберите симптомы, лечение и какой тест вы, допустим, ему проводили. Диагноз, имя ветеринара и подпись не надо. Все поняли задание? Да. Ага, отлично. Лада, давай ты первая. Dog. Подожди, имя сначала. Имя, ну... Давай какую-нибудь кличку для собаки. Нет. Ну, Бобик. Хорошо. Возраст? One. Угу. Вес? Ну, наверное, 30 килограмм, я не знаю. Для одного годика? Ну, может быть, я не знаю, как ее. У него явно ожирение. Хорошо, давай. What kind of animal? 10 килограмм. Нет. Давай, теперь вид животного. Dog. Угу. Симптомы выбирай. Like pain. Pain только. Угу. И лечение? Ну, давай примерно. Ну, примерно, ну. Ну, таблеточку. Тогда это... Medicine. Медсин. Угу, хорошо. И тест какой-нибудь? Тест. Ладно, давай чуть-чуть побыстрее. Ну, я не знаю просто. Ну, хорошо, давайте тогда дальше. Никита? Patient's name будет Timmy. Mm-hmm. Age.
Знаешь, как что-то сказать? Два. Two. What is it, dog? Так, вес, давай теперь. Cat. Cat. А, хорошо. Угу. Так, симптомы. Окей. Tummy ache. Хорошо. А, у тебя имя пациента Тимми, у него будет боль в тамми. Прикольно. Treatment. Rest. Угу. И тест какой-нибудь? Skin test. Угу. Хорошо. Ян? Paint name Алиса. Age mm. three. Weight. Mm-hmm. Weight. Это что у нас? Yes. 4 kilograms. Symptoms. Подожди, подожди, подожди. А что за животное это? Cat. Ага, хорошо. Давай симптомы теперь. Symptoms. Tummy ache. Хорошо. Лечение давай. Time to them. Не знаю. Ну, какое лечение для животика? Медицина. Угу, medicine, таблетки. Тест. А что у нас тест значит? Тест. Ну, это тестирование, то есть анализы какие-то. Blood test. Угу. Хорошо. Василий, давай ты. It's parrot. Подожди. А имя, возраст и вес? Name Шурик. Так. Age, 150 грамм. А возраст? А как будет? Как что будет? Сделал 10. Как будет 150 грамм по-английски? 150 грамм. 150 грамм. Угу. Так, что за животное? Рыбка, судя по всему? Parrot. А, это окей, это... хорошо. Давай симптомы. Поведение Favor же. Behavioral. Behavioral. Угу, treatment какой? Летал с таблетки как бешеный. Окей. Лечение? X-ray. Смотрели, вдруг он ногу сломал, и теперь метается, типа. Ага, только это тест. Так, и лечение? Medicine. Medicine, да. Mm-hmm. Потому что обнаружили, что нога не сломана. Окей, хорошо. Окей, Гриша? Гриш? Гриша, я тебя не слышу. Так, ты то включаешь, то выключаешь микрофон. Ладно, хорошо, Наталья, давай ты пока что. Patient's name. Ты можешь сразу говорить, не читать критерии. Давай сразу имя. Токио будет называться. Хорошо. Возраст. Age. Как месяцев по-английски? А month. Сколько месяцев? 6 месяцев. Угу. Так, вес.
сколько может? Ну, давай два, допустим. О, два килограмма? 2 kilograms. Давай теперь критерии. There будет green and pink. Угу, хорошо. Symptoms будет tummy ache. Так. Можно потише? Так, да, Наталья, давай. Tummy ache будет. Treatment будет medicine. И тест будет... Ага, отлично. Все хорошо, ребятки. Давайте я на этом завершаю демонстрацию экрана. Все, давайте с вами прощаться тогда. Всем спасибо за занятия. А жалко, что уже закончится еще за такого занятия. Goodbye. Ну, приходите на следующие выходные. Все, пока-пока. Я всё. Следующие выходные не могу. Goodbye. Bye-bye. Я теперь не знаю, как закончилось. До следующих выходных, чтобы быстрее это было. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Можно мне задать вопрос? Да, ладно. Я читала, ну вот отдых. Я не понимаю, при чем тут медицина и отдых? Там наоборот, какие отдыхи? Только уколы, всякое такое. Нет, ну смотри, там же в лечении у тебя может быть отдых. То есть, допустим, если у тебя животное перебесилось, и потянула какую-нибудь связочку, например, собачка потянула связку на ноге, то ему нужен отдых, просто чтобы оно много не играло, чтобы все успело срастись. Понятно. Вот. Угу, давай, пока-пока.